Его молодость и здоровье забрала война. В годы Великой Отечественной Дмитрий Семенович Полунин сражался на Белорусском фронте. Боевые раны со временем дали осложнение. Сейчас ветеран не ходит. На пушках 85-миллиметровых служил. По самолетам, по танкам били. Закрыть грудью страну ему предстояло в 43-м. Тогда Дмитрию Семеновичу едва исполнилось 18. Повестка о призыве в армию пришла прямо под Новый год. Я в Сергиевск и добирался двое суток. Ну, а тут меня слышал, говорит, твоя партия, говорит, ушла. Ну, говорит, ты домой, говорит, никуда не поедешь. И прямо после Нового года сразу меня забрали. В свой 90-й день рождения Дмитрий Семенович облачился в парадный китель и надел все свои награды. Поздравить ветерана с праздником пришли представители общественного совета микрорайона Парковый. Внимание постоянное, контроль, соответственно, тоже. Ну, это легенда. В таком возрасте, наверное, это образец для подражания, для молодого поколения, для студенчества. По просьбе Дмитрия Семеновича общественный совет посодействовал, чтобы к его дому проложили дорожку и засыпали асфальтовой крошкой неровное покрытие. Сейчас решается вопрос о предоставлении ветерану нового жилья. Помогать жителям должны только активные и надежные люди, уверены в микрорайоне Парковой. Именно они войдут в состав районных советов депутатов. Эту команду самарцам предстоит сформировать на выборах 13 сентября. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.